Смотрите сегодня в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле» новые подробности расследования загадочного убийства 20-летней девушки на берегу Черного моря. В преступлении обвинили ее подругу. Якобы во время отдыха они не поделили поклонника. Но появилась и другая версия, что сам молодой человек может быть причастен к убийству. В студии проверку на полиграфе пройдут главные подозреваемые. Начало 18:50.